Здравствуйте! Сегодня я хотела бы познакомить вас с замечательной книгой, книгой сокровищем. Не случайно в подзаголовке она названа «Любимой сказки в волшебном исполнении». А автором данной книги представлен Роберт Сабуда. Хотя мы с вами отлично знаем, что «Красавица и чудовище» – это прежде всего народная сказка. Но Роберт Сабуда действительно автор этой 3D-книги. Это искусство еще называется поп-ап с выдвижными картинками, с выдвижными элементами, с различными выпадывающими окошками. И для того, чтобы создать, нужно быть неплохим, а, наверное, даже отличным инженером. Роберт Сабуда, который родился во второй половине 20 века в Америке, с детства увлекался созданием книг. Он сам писал тексты, сам придумывал иллюстрации, делал обложки из подручных материалов, куда шли и рекламные буклеты, и вещи, которые он находил дома. Родители и учителя поощряли увлечение мальчика, и в результате мы получили с вами талантливого художника и создателя книг. Сейчас Роберт Сабуда автор около 20 объемных книг. Он автор издательства, где выпускаются не только объемные книги, но и просто детские книги, открытки, другая полиграфическая продукция. Итак, волшебство начинается. Самое главное в книге, конечно же, просчитать, как будут выглядеть эти элементы. Текста не очень много, он располагается по краям страницы, дабы не отвлекать читателя от действа бумажных конструкций. Но в каждом таком развороте мы видим еще и еще волшебные превращения. С книгой можно играть бесконечно, я не знаю даже, кому будет больше интересно, ребенку или взрослому. Конечно, книга немножко покажется, наверное, мрачноватой, но мы с вами прекрасно понимаем, что «Красавица и чудовище» — эта книга обязана быть немножко мрачноватой, чтобы потом, когда совершится волшебство, вот это все мрачное превратилось в яркое и красочное. Когда восторжествует любовь и добрые отношения, тогда чудовище превратится в прекрасного принца, и все закончится счастливым концом. А теперь послушаем наших юных экспертов. Мне эта книжка очень понравилась, потому что в ней есть целый город. Тут есть замки, сады и чудовища. И эта книжка мне понравилась тем, что она как конструктор. И она очень привлекает, и я хотела бы еще такую книжку. Но эта книжка мне показалась очень знакомой, потому что она немножко переделанная, но это будто аленький цветочек. Я бы эту книжку подарила бы своей самой лучшей подружке, если бы у меня было таких две. Музыка.